В нашей области прошел форум «Ардагерлер ұлт ұйытқысы ұрпақ жалғасы отан қорғаушы жастар». Его провели для того, чтобы чествовать ветеранов и воспитать патриотическую молодежь. Мероприятие было организовано с целью повышения роли и авторитета ветеранов в обществе, а также для воспитания патриотического духа и сохранения преемственности поколений. В совещании принял участие заместитель акима города Семей, который отметил особую роль ветеранов в обществе. Он поблагодарил их за вклад в развитие нашего региона и наградил их нагрудным знаком «Хурмет». Уважаемые ветераны, наши молодые люди, сегодняшняя встреча является очень важным воспитательным мероприятием. Наши ветераны наставляют молодежь на правильный путь и дают импульс их развитию. Особое значение форума, которое всегда объединяло старшее и подрастающее поколение, что служит на благо страны, отметили и гости мероприятия. Наши учащиеся и мы примем участие в заседании Совета ветеранов, областного совета ветеранов, который приурочен праздником, в первую очередь, день единства народов Казахстана, приближающий день Батыра и победа, день победы в Великой Отечественной войне. Это очень такое важное мероприятие. Здесь проводится именно преемственность поколений. Сегодня мы принимаем участие в форуме ветеранов. Цель этого форума – встреча с ветеранами области Абай. Смотря на них, молодые солдаты прилагают больше усилий в работе. У них укрепляется любовь к родине. Ветераны занимают особое место в нашем обществе, ведь они много трудились на благо страны. И сейчас они видят плоды своих трудов. Ботагөз Дандыбаева, Арайла Малиханова, Аян Мухтарулы, телеканал «Семей».